Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. В студии с новостями республики Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Группа компаний «Домате» планирует увеличить объем производства баранины на Северном Кавказе. Ремонт 25 километров республиканских автодорог и 5 мостов запланирован на этот год. В городах и районах республики открылись пункты оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В Карачаево-Черкесии проходит фестиваль музыки и науки «Другой звук». Далее об этих и других темах подробнее. В этом году группа компаний «Домате» планирует увеличить объем производства баранины на Северном Кавказе до 18 тысяч тонн. По словам руководителя направления «Баранина» группы компаний Леонида Ханукаева, к началу следующего года предприятия холдинга в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии намерены нарастить мощность до 25 тысяч тонн мяса в год. Достичь намеченного объема позволяет экосистема поддержки фермерских хозяйств, созданная холдингом. Ожидаемый результат в течение 10 лет – объем продукции на сумму 900 миллиардов рублей. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют 25 километров автодорог и 5 мостов. В частности, будет отремонтировано около 12 километров региональных автодорог. В Общественной палате республики прошло пленарное заседание по избранию своего представителя в состав Общественной палаты Российской Федерации. Выборы прошли путем тайного альтернативного голосования членов общественной организации. Всего были выдвинуты два кандидата – председатель Республиканского общественного движения «Русь» Евгений Жидяев, а также директор Северокавказского института филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Азамат Лисов. – В ходе альтернативного голосования с подавляющим большинством голосов членом Общественной палаты Российской Федерации от нашего региона был избран Азамат Лисов. Представлять республику в Общественной палате Российской Федерации – это большая ответственность. Представлять многонациональный, многоконфессиональный народ Карачаево-Черкесии и говорить, во-первых, о возможностях, о колоссальном потенциале, о колоссальном культурном наследии, которое есть у народов нашей республики. Безусловно, это великая память, великие возможности, которые здесь сосредоточены. И понятно, что вопросы, которые сейчас беспокоят граждан региона, они очень созвучны с теми вопросами и проблемами, которые есть во всех регионах страны. Это вопросы образования, это вопросы развития промышленности, вопросы развития туризма. Но всеми этими богатствами наша республика обладает. Поэтому очень важно, чтобы это объединение людей, именно вот такое согласие, которое, на мой взгляд, в республике удается достигать, и во многом заслуга и граждан, и общественных организаций, и, безусловно, то, что эти запросы слышит правительство региона и старается эти проблемы решать. Поэтому, мне кажется, вот этот формат соработничества, когда общественные институты, общественная палата включаются в решение проблем, поиск решения этих вопросов вместе с органами исполнительной власти, это и есть формат, когда все вместе объединяются для решения вопросов региона и для того, чтобы регион мог развиваться, двигаться вперед. Вакцинация от полиомиелита, поддержка детей участников специальной военной операции, конкурсы профмастерства среди педагогов и финансовое поощрение молодых ученых. Эти и другие темы обсуждались в прямом эфире с участием министра образования и науки республики Инны Кравченко, который прошел на базе Центра управления регионом. Разумеется, самым обсуждаемым в последние дни стал вопрос, связанный с туровой вакцинацией от полиомиелита. Вот как его прокомментировала министр Инна Кравченко. На сегодняшний день по каждой образовательной организации уже принято решение. Те ребята, которые привились, они остаются в очном формате в образовательной организации. Те ребята, которые на сегодняшний день отказались от прививок, они также могут, если позволяют возможности образовательной организации, остаться в стенах образовательной организации. Для них будет специально сформирован класс или зона, определенная, выделена в образовательной организации для проведения образовательного
образовательного процесса. Что касается дошкольных образовательных организаций, то сегодня в целом по республике проблем для создания условий по присмотру и уходу нет, потому что очень достаточно просто нам сегодня создать условия в дошкольных образовательных организациях. Есть отдельные групповые ячейки с отдельным входом-выходом, отдельные зоны для приема пищи, поэтому дети не пересекаются, и проблем у нас по детским садам сегодня для разобщения детей дошкольного возраста нет. В Республиканском социально-реабилитационном центре «Надежда» и Центре социального обслуживания населения Черкесска открыты пункты оказания психологической помощи участникам специальной военной операции, в которых работают квалифицированные психологи. Центр социального обслуживания расположен по улице Пушкинской, 82, и работает с 8:30 до 17 часов, кроме выходных дней. Пункты оказания психологической помощи открыты также в Карачаевском, Урупском и Зеленчукском районах. Все нуждающиеся в социально-психологической помощи, участники специальной военной операции, члены их семей, а также жители близлежащих республиканской столицы районов могут обратиться непосредственно в городской центр. На площадке исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» прошел круглый стол, участники которого в рамках реализации в регионе нового партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» обсудили проект федерального закона о занятости. Подробности сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. «Моя карьера с Единой Россией» – это новый партийный проект, который направлен на выявление новых кадров, на защиту интересов, трудовых интересов, на то, чтобы выявлять тех лидеров общественного мнения, которых можно дальше продвигать и которые готовы строить карьеру вместе с партией». На территории Черкесска в течение прошлой недели в автоматическом режиме было выявлено более 300 нарушений правил парковки и остановки транспортных средств. В профилактической работе по данному направлению сотрудникам госавтоинспекции помогает система «Паркон» – комплекс нового поколения. Доказательственной базой являются две фотографии транспортного средства и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился на данном участке. Запись производится в особом формате, который защищен от возможных попыток вмешательства и корректировки. Полученную информацию система передает в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Свыше 150 километров федеральных дорог в трех регионах Северного Кавказа, в том числе и Карачаево-Черкесии, защитят слоями износа. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова. По заказу ФКУ «Пордор Кавказ» обновят 9 участков автодорог. 5 на Ставрополе, по 2 в Чечне и Карачаево-Черкесии. Из них в 2023 году восстановят ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 километрах, а в 2024 – на 37. На автодороге А-155, ведущей к курорту Домбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Чингирик. Из них 10 километров введут в этом году. В Карачаево-Черкесии в Доме музея просветителя и художника ислама Кырымшамхалова в эти дни проходит экспозиция, посвященная этому энтузиасту народного просвещения, его семье, друзьям в контексте культурной жизни на рубеже 19-20 веков. В Доме музея можно увидеть поистине уникальные экспонаты, в том числе оригинальные предметы одежды горцев. Об этом рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Ирина Джигутанова. Дом музея просветителя ислама Кырымшамхалова относится к типу мемориально-краеведческих музеев. Расположен в городе Теперда. Размещается в здании бывшего гостевого дома карачаевского просветителя, поэта и художника. Выполнен в архитектурном стиле русского модерна. Разделы экспозиции посвящены исламу Кырымшамхалову, культуре и быту карачаевцев, истории курорта Теперда, истории местного туризма и альпинизма. Художественная коллекция музея включает произведения известных художников. Примечательно то, что в фондах Дома музея ислама Кырымшамхалова хранится более 6000 экспонатов.
Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности зазвучали на национальных языках Карачаево-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаево-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках. Перевод аудиолекций на национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаево-Черкесия. 10 марта в Республиканской государственной филармонии Русский театр драмы и комедии представит спектакль «Великолепная семейка». Действие происходит в семье двух почтенных дам, которые живут в старинном особняке. Конечно же, они становятся мишенями не только для своей семьи, но и для всевозможных дельцов, которые рады заполучить такой дом. Режиссер постановки Валентин Бирюков. В эти дни в Карачаево-Черкесии проходит фестиваль музыки и науки «Другой звук». В концертной программе под названием «Азбука музыки» звучат классические шедевры, а побеседовать с молодыми солистами лучших оркестров России, известными учеными, можно в программе завтраков и научных баров. Спикерами программы являются пианистка, музыкальный куратор фестиваля «Другой звук», член жюри международного конкурса «Щелкунчик» Анна Цибулева, лауреат международных конкурсов, преподаватель альта в Московской государственной консерватории имени Чайковского Иван Агафонов, известный научный журналист, основатель и главный редактор журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич. С 15 марта в Карачаево-Черкесии стартует ежегодная федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь», в ходе которой проводится информирование населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, очные онлайн эколого-просветительские мероприятия по пропаганде и правил пожарной безопасности. С 2018 года акция решает основную задачу – это информирование населения о запрете сжигания сухой травы на землях сельхозназначения, а также о других причинах возникновения лесных и иных природных пожаров. Уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс в Тиберде и 4 спортплощадки появятся в Карачаево-Черкесии в текущем году. Монтаж первого в республике блочно-модульного ФОКа начнется в Тиберде. Его уникальность заключается в том, что это быстро возводимое спортивное сооружение по качеству и сроку эксплуатации не уступает капитальным постройкам. При строительстве используются сэндвич-панели, современный материал для строительства каркасных объектов. Их используют для строительства даже в северных регионах России. Кроме того, в текущем году планируется строительство 4 многофункциональных спортивных площадок в аулах Саратюзы в Акажиле, поселках в Правокубанском и Заречном. Администрация Черкесска приобрела профессиональный ковер для борьбы. Вот уже несколько дней воспитанники детской спортивной школы номер 6 тренируются на новом татами. С просьбой обновить так необходимое для вольников спортивное оборудование к руководителю региона в прямом эфире обратился тренер детско-юношеской спортивной школы Рустам Шафхужев. 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы завоевали наши спортсмены на прошедшем первенстве Северокавказского федерального округа по тхэквондо среди юниоров до 21 года в Нальчике. Карачаево-Черкесию представили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Аслана Махова и спортивной школы номер 5 Черкесска. Победителями-призерами стали 10 спортсменов. Теперь им предстоят упорные тренировки для участия в первенстве России, которое пройдет 24 марта в Казани. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8, в горах местами до плюс 3. На дорогах местами гололедица, в горах Карачаево-Черкесии лавина опасна. В Черкесске ожидается дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 6 градусов.
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!